Так, друзья, а что у нас здесь за стук и шум? Ни хера не понял. Это готовится к встрече Насти и Каменских. Сцену ставят. Ага. Ну ладно. Простим им за это. Пусть попоют. Завтра с окна я поснимаю. Вот как ставится сцена. Из моего окна. Почти только. На везде хрени всякой, рефрижераторов, генераторов. Ставят сцену. Вроде не завтра концерт, но тем не менее. Ладно. Пусть постоит сцена. Все понятно. Ждем Потапа и Каменских. Так, ну что тут у нас? Сцена для Насти Каменского потихоньку строится. Ну, что-то не рано начали. Сегодня 18, они вроде 19 должны попеть для нас. Из моего окна. Да, всю ночь тут стучат, тарабанят. Понавезде всякой херни. Строят сцену. Ну, вот так вот происходит подготовка к концерту. Дорогие друзья, все только для вас. Все самое потаенные варианты. Вы посмотрели, как это все происходит. Да. Вот так строю сцену, а через день здесь будут петь типа, ну, в кавычках, звезды. Поняли, да? Они зажрались за родину. Вот так это происходит сейчас. И я вам покажу, как это будет происходить завтра. Вот. Ну все, до встречи, друзья. До завтра. Завтра все покажу. Посмотрите еще раз.